Здравствуйте, с вами влог. Ничего святого, Сергеем Бояркиным, я тут художник, который может обидеть каждого. Разошелся по интернету, по всяким пабликам, прекрасный мем от Кулитищенко, который защищает Зеленского и всю систему. Он говорит, что коррупция сейчас не важна, сейчас не главная борьба с коррупцией. Вот победить бы врага, вот победим врага, тогда будем бороться с коррупцией, а сейчас это не на первом месте. Секундочку. То есть, если борьба с коррупцией – это не главное, то тогда получается, что победа Украины для Зеленского не обязательна. А тем более для Кулитищенко, и уж тем более для Ермака. И 5-6, да, сверхдефективных менеджеров. То есть, если борьбу с коррупцией откладывают до конца войны, значит, конца войны не будет никогда. Значит, тогда все усилия, ну, если принять всерьез ту бредятину, которую они несут, значит, конца войны не будет. Коррупция будет вечна, как и они будут вечно сидеть во власти. Ну, это явка с повинной, друзья мои. А тут, кстати, этот у меня в телеграм-канале, заодно подпишитесь, телеграм-канал точно так же называется, «Ничего святого» с Сергеем Бояркиным. Есть этот мемчик от Кулитищенко. Тут Ермак проплатил прекрасное, там, комплиментарное там, кино про Зеленского, где он опять несет тот же самый бред, что если бы вот не Зеленский не убежал, то все бы остальные убежали. Ну, вообще, как-то очень странно. Зеленский не дал команды оборонять Украину. Буданов не дал команды. Оборонять Украину начали без Зеленского. То есть, если бы Зеленский убежал, я думаю, большинство бы даже поначалу этого не заметили, потому что они были заняты. То есть, они по собственной инициативе часто боролись за Украину, а Зеленский как бы вообще сказал, что всем готовиться надо к шашлыкам. То есть, он не сказал бороться за Украину, он сказал бороться с шашлыками. Это очень быстро забылось. Зеленский вообще не хочет, он избегает эту тему. Вот уже за скоро 3 года тема шашлыков является табу. Вот никто в окружении Зеленского даже ну, от страха заикнуться даже боятся об этом. То есть они считают, что этого не было. Смотрите, «Политику» – это прекрасное издание американское. В отместку за этот ну, абсолютно пробитый Ермаком фильм про Зеленского напечатали прекрасный ответ. То есть они же не на ровном месте напечатали. Они очень четко выдали свое экспертное мнение, что Зеленский ослабляет устойчивость Украины как государства. Он разваливает изнутри своим популизмом, необучаемостью, автократией, что он просто не справляется с задачей. Это написано и написано не просто так. Наши западные союзники прекрасно понимают, что делать Зеленского победителем смертельно опасно. У нас не существует ни одного государственного института, который хоть как-то останавливает Зеленского от впадания в тотальную диктатуру. То есть, Ермак, дефективные менеджеры даже играют там третьи роли. Зеленский – это номинальный повод для Ермака осуществлять диктаторские полномочия. И это прекрасно понимают на Западе. Да, есть лоббисты, которые, через которых Ермак, уж не знаю, сколько и каких коврыжек он забросал, но этот фильм был снят как глаз вопиющего в пустыне, потому что все остальные издания, все остальные каналы говорят прямо противоположное. Они говорят об ответственности Зеленского, о неспособности его бороться с вызовами времени, и о том, что это абсолютная деструкция. Когда мне в комментариях пишут какие-то шизики о том, что Зеленский прекрасный президент, он ездит по миру, все его уважают, он выбивает оружие. Ну, опять, люди любят жить в воображаемой реальности. О любви к Зеленскому уже не говорит никто. Проблемы с выдачей оружия признает даже сам Зеленский. Я понимаю, что есть нежелающие смотреть правде в глаза, не желающие признавать свою ошибку в 2019 году, но они и есть настоящие избиратели Зеленского. Он такой же необучаемый, как и они.
Смотрите, на сегодняшний момент, ну, то же самое политика пишет, что Зеленский не переносит тех, кто вступает в дискуссию, кто высказывает свое мнение. У кого есть мнение отличное от Зеленского и Ермака. То есть любой, кто не согласен, автоматически враг. Так как государством не управляют. Любой конструктивный процесс, там, бизнес-управление государством, основывается на дискуссии. На том, что люди высказывают свои мнения, часто противоположные. В споре они вот рождают тот самый путь, ну, ту самую истину, которая приводит к тому самому результату, который желаем. Если автократически, и об этом пишет политика, стиль управления государством приобретает настолько уродливые формы, мы неизбежно становимся Венесуэлой. Или там, ну, Северной Кореей. Тут уже куда долетим, что называется. Поэтому, конечно, западные политики категорически не хотят участвовать в построении авторитарного государства. Они говорят это напрямую, что и в политике это говорят, что был уволен Кулеба, ну, потому что он не захотел быть мальчиком для битья и соглашаться с идиотскими абсолютно инициативами Ермака и его команды. А Кулеба какой-никакой, но все-таки карьерный дипломат, причем не глупый. Он понимает, что тупорылое хамство квартальное не канает в дипломатии. С ним начали серьезно разговаривать, увидев в нем одного из немногих адекватных людей вокруг Зеленского. Там западные дипломаты и политики, тут же дикая ревность. И тут же, ну, Кулеба неудобен Ермаку. Об этом написали не только в политику, об этом написали в практически всех средствах массовой информации, серьезных на Западе. Там в Великобритании, в Европе, в Соединенных Штатах. О том, что ревность. Такая же ревность, как к Залужному. Потому что Залужный абсолютно по делу получил рейтинг и заслуженную популярность, автоматически став конкурентом на выборах. Это нормальный процесс в нормальном государстве. Не в диктаторском Бандустане, а в нормальном государстве. Вырастают политические фигуры, которые сменяют те, ну, которые должны из власти уйти. Сменяемость власти. Это норма. О чем, собственно, и материал политика для цивилизованных государств, и это абсолютно недопустимо для автократий. Вот именно автократии напрямую, там слово есть, автократия. И о том, что у нас нет ни одного механизма в Украине по пресечению автократических замашек и сваливанию в диктатуру, ну, об этом уже только ленивый не написал. А какую бы глупость, какую бы диктаторскую там дурь не захотел вычудить Зеленский, ну, Ермак, естественно, потому что в первую очередь Ермак. Зеленский, ну, Зеленский не является первопричиной, он является ширмой, он является поводом, юридическим поводом для власти считать себя легитимной. Он легитимизирует как бы Ермака, хотя то, что творит Ермак, это абсолютно нелегально. У Ермака нет прав. То, что ему делегированы это права, это преступление Зеленского. Просто, ну, народец, который не понимает базовых вещей цивилизационных, не обращает на это внимания. Ну и поэтому, конечно, обязательно вот венесуэльская ситуация тогда просто, ну, на носу. Наши западные партнеры прекрасно понимают, что не помогать автократии нельзя, не давать деньги на восстановление страны тоже нельзя. Потому что все, что дается Зеленскому, оно просто падает в пропасть бюджетной неразберихи и растаскивается все. Уже неоднократно говорил, что, возможно, Гетманцев, он же сам сказал, что он знает все схемы до единой. Нет ни одной схемы, которую он не знает. То есть юридически он, безусловно, подкован в плане, как какую схему замутить. Но абсолютно нулевой экономист. Он полный ноль в экономике. Судя по тому, что он несет, он даже, ну, каких-то приблизительных нет. Я понимаю, что Зеленский еще глупее Гетманцева в экономике, причем намного. То есть Зеленский – это даже не пустое место, это отрицательное место. То есть он даже не стерильно глуп, он отрицательно глуп, он деструктивен. Он не просто вот молча, не понимая, наблюдает за процессом,
Зеленский проявляет инициативу, он что-то говорит, кто-то рвется и дает задания. Ни в ухо, ни рыло, ни смысла в том, в чем он дает советы и какие-то людям направления, чтобы они действовали. То есть он даже приблизительно правильно о нем сказали, что у него туман в голове. Но мы видим на следующий момент, что ведь Зеленский вместе с Ермаком, они в десна целовались с Дрыкачем. Они так вместе с Дрыкачем дружили против политического оппонента Порошенко, так хотели уничтожить любую оппозицию, то есть любых оппонентов, чтобы никто с ними не спорил, что фактически, кроме того, что Баканов там набрал российских шпионов целую пачку вокруг Зеленского, их сидит целая куча, лепший друг Ермака и Зеленского Дрыкач, ну, который был паровозом там, вместе с Дубинским, под этим пленком Дрыкача, в борьбе с оппонентом Порошенко. Я сейчас не оцениваю Порошенко, хороший, плохой. Просто власть, оппозиция – это нормальный тандем. Без оппозиции, рабочей оппозиции, любая власть превращается в дерьмо. То есть Порошенко нужен для того, чтобы Зеленский не скатился в дерьмо. Как в любой цивилизованной стране нужна рабочая, действующая оппозиция. Давайте там, ну, оценивать вектор Порошенко. Там пронатовский, проевропейский. Это, ну, он в конце концов там провозгласил, внес в Конституцию, что меня устраивает. Ну, надеюсь, и вас. И вот его вместе со всеми векторами захотели убрать с помощью прямого российского шпиона. Дрыкач стал там сенатором в России, там, по-моему, в этой верхней палате Госдумы от Астрахани. То есть вместе с российским агентом, вот под его, можно сказать, руководством, лично Зеленский с Ермаком, руками Дубинского, боролись с Порошенко, и опять они делают вид, что этого не было. А журнал «Политика» не делает. И поэтому мы с вами тоже, ну, не должны делать вид, что мы что-то с вами забыли. Мы с вами все прекрасно помним. И мы обязательно с вами будем распространять правдивую информацию, потому что у нас украли свободу слова. Этим дерьмом единого марафона просто прекратили поступление правдивой информации гражданам, и часть из них отуманена этим зеленым маразмом, а мы с вами должны эту картину обязательно менять в позитивную сторону, поэтому не забудьте подписаться на мой канал, лайки, комментарии, репосты. Кстати, и подпишитесь заодно на мой телеграм-канал. Он точно так же называется. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я, как правило, там иллюстрирую то, что говорю на Ютубе. Там менее жесткие, кстати, нормы цензуры, чем это себе позволяет Ютуб. Поэтому не забывайте подписываться. Лайки, комментарии, репосты. А победа будет за нами. Потому что за каждым из нас персонально не заржавеет.